Очередная сессия областного совета пройдет во вторник, 28 февраля. Дату и повестку утвердили на заседании президиума. В его работе принял участие спикер облпарламента Леонид Музалевский и заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по экономике и финансам Вадим Тарасов. На предстоящей сессии депутаты рассмотрят 24 вопроса. В частности, парламентариям предстоит внести поправки в главный финдокумент области на 2017 год.